Видеорегистратор качественный? Видеорегистратор нормальный? Нормально сейчас. Мой отец, я ему советую купить видеорегистратор, но он говорит, не знает, какой выбрать. А сейчас вот рекламируют за 2000 рублей, который на зеркало. Да не, он не отвлекает. Вот сюда ставят, не надо никто что-то делать. Зеркало, да, ставят? Зеркало, там прямо зеркало. Вот 1900 он как-то заказывает через интернет. Ну, в рекламе по телевизору, видите. 1900. Да. А так он стоит идти в магазин. А это и зеркало, и это. Они сейчас дорогие, что-то регистраторы подняли. Что они тут будут делать? Мама, я не знаю. Какая сибара? Это свет на палочке. Не, ну там же временно. Там просто стоит. Там с той стороны больше автобусов, чем это машин, чем. Все это я быстро проскочил. А там. Да, но ну, сейчас может быть они уже сделали. На администрации города нашего. Там вышка сотовая стоит или это прожектор освещения? Ну, прожектор. Прожектор, да? Ну, администрация. Просто такая конструкция. Посмотреть еще раз. Надо еще раз посмотреть, да. Смотрите. Если бы сотовая, то там бы антенна. Если антенны нет, то есть... Антенна, да? Там просто такая слишком сложная конструкция какая-то. Как вообще отличить 600?